Здравствуйте, вы смотрите программу «Неделя спорта» и ведущий Рома Плюнсков. Как обычно в это время на телеканале «Универ ТВ» мы продолжаем говорить о спартакиаде здоровья, который у нас проходит в Казанском федеральном университете. В студии у нас сегодня Алексей Николаевич Ливанов. Алексей Николаевич, добрый вечер. Здравствуй, Рома. Прежде чем мы начнем говорить, точнее продолжим говорить о спартакиаде здоровья, давайте мы вместе со зрителями взглянем на турнирную таблицу, как сейчас вообще обстоят дела. На первом месте Набережно-Челнинский институт Казанского федерального университета. Следом за ними Общеуниверситетская кафедра физвоспитания и спорта и замыкает тройку призеров юридический факультет. Остальную топ-8 вы видите у себя на экране сейчас. Итак, спартакиада в самом разгаре, большая часть видов спорта уже позади. Какие оценки, какие итоги можно уже подвести, в принципе? Ну, правильно заметил, спартакиада уже вышла на финишную прямую. У нас прошли очередные виды. Очень интересны были соревнования по шахматам. Сразу порядка 4-5 команд претендовало на первое место. Но не первый год победу одержала сплоченная, очень организованная и хорошая команда Института физики, с чем мы их поздравляем. Очень удивили в данном виде представители Набережно-Челнинского института, которые, как и в прошлом году, были в числе фаворитов, но в этом году поднялись еще выше и заняли достойное второе место. Но в соревнованиях по плаванию у нас также в числе фаворитов, как и в прошлом году, Институт геологии. В личном первенстве среди мужчин у нас оба представителя данного института заняли первое-второе место. И в женском первенстве у нас также личные места, как и в прошлом году. В числе призеров у нас представители общеуниверситетской кафедры и представители Института психологии и образования. На данный момент у нас, согласно таблице, сложилась очень интересная борьба, и в этом году радует, что на финишной прямой у нас будет очень, надеюсь, яркая развязка, так как и Набережно-Челнинский институт не так далеко ушел от второго места, и очень сильная борьба сейчас разгорится с представителями юридического факультета и общей университетской кафедры. Надеемся, что только в последнем виде решится победитель спартакиады здоровья 2019 года. Хорошо, по поводу своей команды, которая вот выставлена от вашего отдела, и плюс с вами еще участвует студенческий городок. Как оцениваете свои результаты? Ну, если смотреть по прошлому году, наша команда в этом году выступает похуже. Результаты не такие высокие, как в прошлом году. Если сравнить, в прошлом году мы пару видов смогли завоевать призовые места, впервые вообще в истории, то в этом году мы, к сожалению для нас, идем на среднем уровне и, наверное, по праву занимаем место в середине турнирной таблицы. А те фавориты, которые вот сейчас на данный момент вот в первой тройке, оправдались ли они, были вообще надежды на эти команды? Ну, в принципе, я уже в одной из передач говорил, то, что представители и Набережных Челнов, и общеуниверситетской кафедры, и юридического факультета, они всегда перед спартакиадой являются основными фаворитами. И непонятно, кто в этом году будет выше. Так и случилось в этом году. То есть на данный момент они составляют тройку призеров. Ну вот в этом году появилась такая команда, как дирекция социально-спортивных объектов Казанского федерального университета. На виду она сейчас занимает 4-е место. Что можно сказать по этой команде, кто ее представители? Ну, данная команда, она только поменяла название. Если смотреть предыдущие годы, и дирекция Универсиада 2013, и КСК КФУ «Уникс» выступали активно в спартакиаде. В этом году они объединили, составили единую команду, очень
интересная команда, очень дружная команда. И, наверное, по праву они входят на данный момент в пятерку лучших команд Спартакиада. Что можно сказать по поводу IT-лицея? Тоже одна из топ-команд, которая на Спартакиаде всегда показывала хорошие результаты. IT-лицей, благодаря, наверное, руководству данной структуры и аппарату, который работает в IT-лицее, они за последние годы планомерно поднимались вверх. Если в прошлом году мы заметили, что они стали победителями и в мини-футболе, и в бадминтоне, в этом году у них, да, к сожалению, не получилось завоевать первое место в бадминтоне, но они уверенно подтвердили звание чемпионов по мини-футболу, идут уверенно в остальных видах. Так что я считаю, данный коллектив в последующие годы будет прибавлять и будет подниматься вверх. Вот хочется провести такую параллель, получается, с преподавательским спортом и со студенческим спортом. Вот у нас есть топ-5, получается, институтов Казанского федерального университета в студенческом спорте, которые всегда на первых местах. Это Набережно-Челнинский институт, это юридический факультет, физфак, эконом и институт социально-философских наук и массовых коммуникаций. Две из этих команды повторяют успехи на спартакиаде преподавателей. Что с остальными тремя? Как вот так? Ну, к сожалению, если вы обозначили институт социально-философских наук, то на данный момент они выступили только в одном виде спорта. Институт физики, юридический факультет Набережно-Челнинский институт, здесь, как и среди студентов, и среди преподавателей, спорт является одним из ключевых понятий, поэтому здесь глубокие традиции, хороший коллектив, дружный. И поэтому я считаю, что показывает высокий результат. Ну, здесь, к сожалению, не можем провести такую аналогию с студенческим спортом, потому что Институт управления экономикой и финансов в студенческом спорте спокойно навязывает борьбу Набережно-Челнинскому институту КФУ. В данный момент мы видим то, что юрфак. С чем это связано? С возрастом преподавателей или как? Ну, Институт экономики и управления, Институт управления экономикой и финансов, он старается. Видно, что представители данного подразделения с большим желанием выступают, но, к сожалению, где-то не хватает опыта, где-то не получается, где-то возникают другие причины, в том числе и командировки некоторых сотрудников. Поэтому я бы не сказал, что они не могут навязать. Если смотреть отдельные виды, есть те виды, где они вошли в четверку лучших команд. Так что это достойное подразделение, и я думаю, у них все получится в будущем. Хорошо, поговорим теперь о судействе. Этот год первый для Вадима Данилова, который на прошлой неделе был у нас в программе, который очень сильно волновался, что вот его поставили главным судьей. И вот со стороны оценка его деятельности. Ну, на данный момент не буду сразу говорить пятерку, что Вадим, он видно, что очень ответственно подошел к данной спартакиаде. Каждый вид спорта он постоянно приходит, смотрит, помогает, поэтому с небольшим занижением я им поставил 4 с плюсом. Чтобы был задел на будущее. Да, конечно. Хорошо, еще один такой вопрос. Все-таки правильно ли было решение убрать баскетбол и боулинг? Потому что сейчас у нас уже вот за, получается, полторы недели прошла практически вся спартакиада. Вспоминаем прошлые года, там на протяжении всего января мы наблюдали за, можно сказать, боевыми действиями на площадке. Ну, то, что касается данных видов, я пока не готов говорить, правильно или нет. Я думаю, у нас спартакиада подойдет к завершению, и мы выслушаем представителей команд, проанализируем, и потом только можем дать выводы. Ну что ж, будем наблюдать за спартакиадой здоровья, ждем последнего вида и надеемся, что команды встанут на те места, которые заслужат именно в турнирной таблице. Пока у нас остается немного времени, поговорим о студенческом спорте, чего нам ждать в феврале. Февраль у нас уже начался, наши студенты активно принимают участие в различных соревнованиях. На данный момент наши
сборная по лыжным гонкам завоевала второе место среди вузов республики, в чем мы поздравляем. А сейчас они активно готовятся к отъезду. Отъезд перед важными стартами в городе Заинск пройдут всероссийские соревнования среди студентов по лыжным гонкам. Это будет основным этапом отбора на Всемирную зимнюю универсиаду, которая в этом году пройдет в Красноярске. Пожелаем нашим спортсменкам удачи. Среди нашей команды есть явные претенденты на попадание. Кроме этого, сборники по спортивному ориентированию неплохо выступают на чемпионате республики. Ну и в ближайшее время ждем высоких результатов не только от представителей зимних видов спорта, но и от летних видов. Это баскетбол, армрестлинг, фитнес-аэробика и другие виды. Ну что ж, Алексей Николаевич, большое спасибо вам за интервью, за такие развернутые ответы. Напоминаю, друзья, в гостях у меня сегодня был Алексей Николаевич Ливанов. Большое спасибо, то, что пришли. На этом все. Вы смотрели программу «Неделя спорта». Меня зовут Роман Полянсков. Увидимся на следующей неделе. А также 7 февраля в 19:00 подключайтесь к нашей группе ВКонтакте, где будет трансляция, прямая трансляция чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола, где Казанский федеральный университет на своей площадке будет играть с Поволжской государственной академией физического воспитания и спорта. Начало в 19:00. Обязательно не пропусти. На этом все. Большое спасибо за внимание. Увидимся. Пока.